О главном. В Курской области зарегистрирован еще один случай африканской чумы. На этот раз в районе деревни Шуклинка. Несмотря на это, специалисты уверяют, что ситуация с заболеванием находится под контролем. А все неудобства, связанные с ограничением продажи и перевозки свинины, временные. Денис Ломакин подробнее. Африканская чума свиней – заболевание животных, с которым столкнулся не один регион России. Курская область – одна из 24 субъектов, где зафиксированы случаи заражения. На сегодня разработан целый свод правил и предписаний по профилактике и ликвидации данной инфекции в регионе. На территории Курской области имеется один очаг эпизоотический, это улица Малиновая, и второй, мы его считаем очагом. 5 ноября был найден труп в районе деревни Шуклинка Курского района. Есть такой вирус контаминации или инфицированной несанкционированной свалки, будем так называть. Сегодня проводится служебное расследование со стороны всех органов ветеринарного надзора и правоохранительных органов. Представители областного управления ветеринарии провели ряд проверок в подворьях Щетининского и Шуклинского сельсоветов. На лабораторные исследования взяты образцы мяса и крови животных. В районе обнаружения инфицированного погибшего животного выставлены охранно-карантинные посты. Их задача – предотвратить распространение вируса. Кроме того, в профилактических целях ограничена продажа и транспортировка свинины в регионе. Такие ограничения, согласно постановлению губернатора, будут действовать до 27 ноября. Думаю, что до декабря должны мероприятия все быть проведены. И очаг должны быть купированы. И они будут. Процесс борьбы с заболеванием контролирует оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям. В регионе выставлены 25 охранно-карантинных постов, созданы мобильные группы для предотвращения незаконного вывоза животноводческой продукции. Денис Ломакин, Сергей Дорохов, телеканал «7».